Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Попросите у Луны здоровья и достатка. 28 января наступает полнолуние. И как вы уже знаете, это идет период, когда энергия Луны направлена на изменение вашей жизни и даст вам именно то, что вы будете у нее просить. В этот период очень хорошо делать уникальные практики. Луна имеет энергетическую, магическую силу. Ее можно просить о чем угодно. Мистическое явление человек начинает испытывать на себе уже за сутки до полнолуния и еще трое суток после него. Полнолуние – период наиболее благоприятный для привлечения денег, отношений, здоровья. Можно просить о прибыли в бизнесе, неизменного богатства. Луна благосклонна ко всем, кто ее об этом просит, использует. Используйте все возможности. Очень хорошо в этот период Луны просить здоровья, наделить себя силой. А как это сделать, я вам расскажу. Берете стакан воды. Обязательно этот стакан нужно ставить на подоконник на сутки. То есть 28 числа вы ставите, а забираете 29. Тем самым эта вода будет наполняться полной силой Луны. Пусть у вас вода простоит ночь на подоконнике. Она наполнится силой Луны, а утром 29-го вы берете свой стакан с водой и говорите над ним такие слова. «Разрослась Луна и наполняет силой меня. Води через воду в меня, дай здоровья сполна. Да будет так». Сказали три раза, сделали три глотка и умылись. А если у вас осталась вода, можно вылить либо в окошко, либо на комнатный цветок. И будьте уверены, что эта вода и поправит ваше здоровье, и наполнит вас силой. И также вы можете сделать очень интересную практику для финансового благополучия на целый месяц. Существует очень много практик, и также есть у меня на канале практики. Но если вы по каким-то причинам не можете сделать, нет возможности, то я с вами хочу поделиться совершенно легкой. Вам нужно всего лишь взять книгу, самую любимую, которую вы читаете, которые есть ваши любимые. Если такой нету, то берите любую красивую книгу. Дальше берете купюру, любую абсолютно. Далее вы открываете книгу на 28 странице, то есть день полнолуния. Кладете туда купюру, закрываете книгу и при этом говорите такие слова. На денежной странице будет мое богатство храниться, греться, согреваться, день ото дня приумножаться. Да будет так. Сказали три раза и закрытую книгу ставите на место до следующего полнолуния. А в следующее полнолуние эту денежку берете, тратите и можно эту практику повторить. И вот казалось бы, такие простые практики, но они настолько сильные по своей мощи, по своей энергии, что вы увидите в своей жизни значительные изменения.